Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. А кто сегодня с нами впервые, то присоединяйтесь и подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Эти ручки уже не первый раз на моем канале. И в этот раз только один скол. Но тут клиентка сказала, она сильно ударилась рукой. Да, и вернулись они вовремя, 4 недели. Аэрография, слайды относили все отлично. Ну а кто не видел эту работу, ссылочку я вам оставлю внизу. И как всегда мы приступаем к снятию старого материала. На 25 тысячах оборотах кукурузка синей насечкой снимаем до тонкой подложки. Приступаю к опилу формы и прошу прощения за сумбур видео. Я не знаю, как я под таким стрессом еще умудрилась снять весь процесс нашей работы. Так вот, предисловие. Приступила к работе, дезинфицирую руки клиента, подготовилась к снятию материала, и тут меня такой поджидает сюрприз. Включаю аппарат, щелчок, выключается. Делаю еще раз, щелчок, опять выключается. И тут бац, и он сгорел. Вы не представляете, что было со мной. Паника, ужас. Я бегом нашла, где взять аппарат, хотя бы отработает где-то день. Ну, а на утро я, конечно, побежала в наш ногтишоп покупать новый аппарат. И у меня новинка Strong 211. Это специальная разработанная ручка для России, которой аж 400 рук. Сейчас распакуем и поговорим немемного о нем. Strong 211 заявлен как улучшенная версия всеми полюбившего Strong 210. И что же в нем есть? Коробка с ручкой, шнур питания, ручка матового серого цвета, есть большой плюс, двойное удержание фрезы. Но, правда, теперь придется приложить немного усилий, чтобы поменять саму фрезу. В комплект идет также подставка под ручку, резиновая на стол, и подставка для ручки идет в блок. Очень удобно, либо вы сверху будете вставлять, либо вы можете ложить на стол, кому как удобно. Сам блок поставляется в коробке. Это очень хорошо при транспортировке. На вид сам блок шикарно матового белого цвета. Теперь, кстати, регулировка впереди имеет значение. Можно увидеть 10, 20, 30 и максимально 40. Сбоку у нас переключение педали, питание и реверс. Ну а теперь подключим ручку и аппарат к сети и проверим его в работе. На момент, когда выпускалось видео, я поработала уже пару дней. И могу сказать, что я очень довольна. Мощность блока 64 Вт. Низкий уровень шума и низкая вибрация. Просто замечательный подарок я сделала себе на Новый год. Вот так бывает. Ну а я приступаю к обработке наших ручек, и работать я буду алмазной фрезой 0,23 мм с красным пояском на 15 тысячах оборотах. И не забывайте натягивать кожу назад, чтобы увидеть, насколько чисто и качественно вы там вычистили. Ну а я зачищаю синусы и боковые валики от птерики. Птерики нужно вычищать тщательно, тогда покрытие будет у вас лежать ровно и без затеков.
Ну а далее делаю срез кусачками от Сталикс 11 мм. Ну вот наши ручки и готовы, а мы приступаем к дальнейшему покрытию. Наношу дегидратор и праймер и даю высохнуть 1 минутку на воздухе. А теперь наношу тонким слоем базу, а потом ставлю каплю и равномерно распределяю покрытие. Для правильной архитектуры переворачиваем пальчик кверху, чтобы ваше покрытие хорошо распределилось. И сушим в лампе 60 секунд. Каждый пальчик делаем конвейером. Сегодня будет очень красивый новогодний дизайн. И для этого мы возьмем ярко-красный от торговой марки Эль Про номер 3. Также белый от торговой марки Имень, и он очень плотный и укрывистый. А рисовать мы сегодня будем по-новогоднему зимний дизайн. Будем утеплять наши ручки, варежку и сапожки. А для этого нам нужно сначала сделать подмалевок. И рисовать подмалевок мы будем тем же красным от торговой марки Эль Про номер 3. А для того, чтобы наши сапожки и варежек были как бы объемными, то мы берем темно-бордовый и создаем тени.
Чтобы наши рисунки стали более выразительны, возьмем черный и по контуру в некоторых местах добавим черный, возьмем топ и растушуем его вовнутрь рисунка. Так создадим глубину нашему рисунку. И не забывайте про белый. Белым мы ставим блики и делаем распределение темной стороны и светлой стороны.
В завершении мы будем перекрывать наши ноготочки топом. Но те ноготки, на котором у нас дизайн, мы будем перекрывать матовым топом. И в завершении делаем контур черной гель-краской. Так мы создадим рисунку контур и сделаем его более читаемый. И не забывайте, пожалуйста, про белую гель-краску. Она у нас, кстати, без липкого слоя. Мы будем рисовать на наших теплых варежках и сапожке снежинки. Поистине новогодний дизайн. Как вам наши ручки? Понравилось? Если вам понравилось это видео, но появились вопросы, то пишите в комментариях, я обязательно отвечу каждому. А я вам желаю всего хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!